Парки флоры и фауны Роев Ручей решили угадать погоду по поведению белок. По аналогии с тем, как на Западе предсказывают наступление весны по поведению сурка. Если 2 февраля сурок идет по своим делам, значит скоро весна. Если выглядывает из норки и прячется назад, тепла ждать еще не меньше 6 недель. Но так как в сибирских условиях эти животные спят беспробудно до апреля-мая, выбор пал на ближайшего родственника сурка, белку летягу. Сегодня решили провести репетицию. Яркими фотографиями, призывными плакатами ее выманивали из дома. Но белка наружу так и не показалась. А в отличие от соседей героини, мышек и сурикатов, они напротив, ко всему происходящему проявили самый живой интерес. Но даже шум из соседних вольеров не заставил летягу выглянуть наружу и посмотреть, что же там происходит. Но в Роевом ручье не отчаиваются. Это была только тренировка. В настоящий день сурка здесь ждут всех желающих вместе погадать на погоду. И мы призываем всех красноярцев приблизить, наконец, тепло, приблизить наступление весны. Приходите к нам 2 февраля в 14 часов. Мы приготовим угощение для белки, для того, чтобы выманить ее из домика. А вам выдадим вот такие вот плакатики «Давай весну, белка, выходи» и так далее и тому подобное. Я надеюсь, что все мы вместе, наконец, призовем тепло на красноярскую землю.